Причин образования одной из самых распространенных дефектов на асфальте – колейности, несколько жаркая погода, превышение потока машин или же качество самой асфальтобетонной смеси. Так или иначе, устранение колейности – один из важных пунктов безопасности на городских дорогах. Очередная и не последняя в списке ремонта – улица Спас-станция. Запланировано у нас работы там около 5000 квадратных метров выполнить. Ну, как бы, потому что в зимний период уже колея там такая, так в асфальтобетоне накаталась, что уже небезопасно для проезда автомобиля, транспорта, потому что будет налить там образовываться, ее никаким способом вычистить нельзя будет. Также планируем, еще у нас колейность очень большая, на мосту выезжает как в сторону Новосибирска по улице Гагарина. Там тоже образовалась очень большая колейность в асфальтобетонном покрытии, и мы еще планируем там выполнить работу. Такой статьи расходов, как капитальный ремонт дорог, в этом сезоне не запланировано, однако в рамках текущего содержания выполнен немалый объем работ. И самое главное, что основные работы успели сделать до Дня шахтера. Наша злободневная улица Суворова, которую мы, дай бог, уже запустили, уже разметку нанесли. Объездная вдоль Сосенок, на поселке Дачном также отремонтировали дорогу, тоже по улице Григорченкова невозможно было. Шакурина наша тоже, мы ее уже сделали и забыли про нее, как говорится, Шакурина и Топкинскую, где тоже вообще невозможно было после весны проехать. Как говорится, в настоящее время отремонтировано. Ну, как бы к зиме приготовились. Асфальтирование Спас-станции при условиях хорошей погоды подрядчики планируют завершить к концу недели. Остальные работы, связанные с ликвидацией ямы, трещин, а также подготовкой дорог к зиме, продолжатся весь сентябрь. На сегодняшний день местный бюджет направил на улучшение качества дорог около 20 миллионов рублей.